Экстренное предупреждение объявлено в столице. Ночью и утром ожидаются метель, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах гололед. На улицах сейчас работает снегоуборочная техника. Между тем, синоптики подводят итоги зимы. Февраль 2016-го может войти в историю метеонаблюдений. Пока рекордом считается показатель 90-го года. Тогда в феврале средняя температура оказалась выше нормы на 8,1 градуса. По прогнозу, это значение будет превышено. Завтра в Москве 2 градуса тепла. Плюсовая температура продержится всю неделю. Сейчас идет снег. Аэрофлот даже отменил 8 рейсов из аэропорта Шереметьево.